присоединиться к ивенту? Да. Раз вы теперь выступаете вместе, почему бы и нет? У вас общие взгляды, а это отличная возможность показать себя. Один исполнитель не сможет участвовать на мероприятии в следующем месяце, так что там есть свободное место. Место проведения – Lifehouse Red. Что думаешь? О. Red, да? Небольшое местечко, так что для первого выступления вполне подойдет. Каханы, давай попробуем. Это отличная возможность показать всем, как мы поем вместе. Но всего лишь месяц. Все ли будет в порядке? Не волнуйся, до выступления еще целый месяц, так что у нас куча времени для практики, и я буду там рядом с тобой. А ведь верно. Раз мы теперь выступаем вместе, я не останусь одна. Я думаю, можно попробовать. Значит, все решено. Я дам знать, что вы участвуете. Хорошо, спасибо за приглашение, Акита. Не стоит. Это будет наше первое выступление на одном и том же мероприятии, и я с нетерпением жду этого. Акита, что все это значит? Зачем ты пригласил их ни с того ни с сего? Ты знал, что я играл в футбол, пока не перешел в среднюю школу? А? Мои навыки быстро сделали меня лучшим в команде. И ожидания окружающих заставили меня задуматься о профессиональной карьере. Хотя я никогда серьезно не увлекался футболом. Но я осознал одну вещь, когда впервые вышел на национальный уровень и оказался среди обладателей золотых медалей. Те, кто нацелен на достижение цели, находятся на совершенно ином уровне. Будь то свободное время, еда или даже сон, такие люди пожертвуют всем, чтобы прийти к желанному результату. Хм. Увидев Red Weekend, я впервые почувствовал, что нашел что-то, ради чего могу пожертвовать всем. Я всегда думал, что Ширейши такая же. В конце концов, она тоже была там. К тому же я надеялся, что она не из тех, кто болтает попусту и действительно намеревается превзойти Red Weekend. Но теперь она объединилась с этой дилетанткой. Она ни за что не сможет превзойти ту ночь в команде с настолько нерешительным и робким новичком. Хм. Я преподам Ширейши урок. Мы сокрушим их нашим выступлением, чтобы дать понять, что их навыков недостаточно. Акита, не рано ли ты решил, что их желание выступать не искреннее? Ты вообще обратил внимание на эту мелкую? Она сказала, что пела только на уроках музыки. Кто-то вроде неё даже не имеет права упоминать Red Weekend. Тем более уж думать, чтобы превзойти ту ночь. Это не то, о чем стоит рассуждать без искренности. Вот почему мы должны их сокрушить. Ох. Раз мы решили, что будем выступать, нужно определиться с репертуаром. Да, ты права. Замечательно! И похоже, тебе под силу справиться даже с более сложными песнями. Ты действительно удивительная, Каханы. Нет, я...
Этот вариант самый подходящий из списка возможных. Есть еще какие-то песни на примете? Что думаешь насчет этой песни, исполненной Мико? Ох, она такая крутая! Отлично, я добавлю ее в наш список. Хорошо. Чего? Что такое? Я увидела в плейлисте песню без названия. А? Эй, ты права, написано просто без названия. Наверняка дело в ошибке при загрузке или вроде того. Попробуй воспроизвести ее, послушаем, что включится. Хорошо. Что? Я ничего не слышу. Наверное, она не полностью загрузилась. Кахана, мне кажется, или твой телефон светится? Разве? И правда. Название начинает... А! Я ничего не вижу! Во! Я так испугалась! Что произошло? А? Где это мы? Я не узнаю эту улицу. Мы ведь только что были в кафе. Как мы оказались снаружи? Точно! Давай проверим местоположение по карте в телефоне. Чего? Не работает. Что происходит? Почему бы нам не осмотреться? Может, найдем знакомую улицу? Хорошо. Несмотря на то, что я не понимаю, где мы, это место кажется таким знакомым. И тебе тоже? Понимаю, я чувствую нечто подобное. Эта улица чем-то напоминает Вивид-стрит. Смотри, это же листовки Red Weekend. Но почему они здесь? Папа сказал, что их убрали после выступления. Эй, Ан, там есть магазин! О, ты права, выглядит как кафе. Давай зайдем и спросим дорогу отсюда. Извините, здесь есть кто-нибудь? Добро пожаловать! О, вот и вы! Мы вас заждались! Мико?